Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если ваш iPhone 6 не заряжается, то в 60% случаев это проблема либо в аккумуляторе, либо в контроллере 3STAR. Но также проблема может быть в контроле питания, в разъеме зарядки, либо в нижнем шлифе. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока!